Вэш! Вэш! Вставай скорее! Ну что мне с тобой делать? Рема! Где я? Спасибо вам большое. Вы нам очень помогли. Да что там? Если вам еще что-нибудь понадобится, только скажите. Да. Еще раз спасибо. А, привет! Ты уже очнулся? Наконец-то! Я как раз готовлю суп. Где это мы? В маленькой деревеньке, примерно в 200 айлах от ЛР. Ты получил тяжелое ранение, и местные жители разрешили нам пока пожить здесь. Ты помнишь? Мы приехали сюда 10 дней назад, и все это время ты проспал. Поешь супу. Ты совсем обессилел. Но я... Я тогда... А, я забыла! У меня срочное дело на улице. Надо спешить. Доешь суп обязательно. Господин Вэш. Мэрил? Мэрил? А? Как здоровье вашего спутника? Спасибо. Он уже пришел в сознание. Вы нас очень выручили. Еще немного, и он сможет вставать. Вот как. Я очень рад. Простите! Что-что?
Значит, господин Вэш пришел в себя? Да. Отличная новость. Ах, да, сэмпай! Вот моя сегодняшняя зарплата. Прости меня за то, что я заставила тебя работать. Ничего страшного. Дома я всегда работала в полях. К тому же, тяжелый физический труд – это лучшее средство от тоски и от всяких глупых мыслей. Да, кстати, что там у вас с колодцем? По нашим расчетам, через неделю мы должны дойти до подземной реки. Ура! Я приготовлю роскошный ужин. Правда? Спасибо за покупку! Этот городок ужасно напоминает мою деревню. Значит, твоя деревня выглядела так же? Да. С первого взгляда ничего особенного. Но я жила со своей семьей и была счастлива. А, семья. А, сэмпай! Это он. Найвс где-то там. Он ждет меня. Я так долго его искал и, кажется, нашел. Еще один вопрос. Что ты будешь делать, когда встретишься с Найвсом? Он отнял у меня самого близкого мне человека. Месть? Я не знаю. Не знаю. Вот оно как. Вот чем ты живешь. Вот какой путь ты избрал. Вульф, вот. Как мне поступить, когда я найду его? Я вот этими руками убил человека. Что я скажу ему? Я такой же, как он? Рэма! Рэма! Прости меня, Рэма. Я не справился. Я совершил ошибку. Господин Вэш, что ты тут делаешь? Твои раны еще не зажили. Господин Вэш, тебе нельзя так напрягаться. Я должен идти. Идти? Куда ты пойдешь в таком состоянии? К Рэме. Мне надо к Рэме. Что ты такое говоришь? Да, я пойду к Рэме. Она ждет. Возьми себя в руки! Господин Вэш! Отпустите меня! Мне нет пути назад. Я убил человека. У меня руки по локоть в крови. Но в той ситуации... Только не говори, что не было другого выхода. Просто я не сумел сделать так, чтобы все остались живы. Рэма всегда повторяла, что выход есть всегда. Надо только внимательно оглядеться. Господин Вэш! Господин Вэш! Нет, все-таки зря мы тогда за ним пошли. Почему? Мы его спровоцировали. Наше присутствие вынудило его нажать на курок. Милли, ты же сама видишь... Его сжигает чувство вины и раскаяния. Не вините себя. Вы же хотели быть вместе с Вэшем, разве нет, сэмпай? Почему вы боитесь поступать так, как велят ваши чувства? Большая старшая сестра всегда говорила, что не стоит держать все в себе. Милли. Ты гораздо мудрее меня. Что? Ничего, не обращай внимания. Милли, завтра мы вместе будем вкалывать до темноты. Да.
господин Вэш, присмотри за домом. Угу. Ну, с Богом! А господин Вэш явно повеселел. Вы не заметили? А, заметила. Мяу! Эй, что так поздно? Не ворчи, скажи спасибо, что мы вообще до вас добрались. Вы что, не в курсе, какие дела творятся в нашем районе? Ну и какие? В 12 городах массовое исчезновение людей. В ЛР убийственная перестрелка. Моя семья тоже исчезла. Вот оно как. Только ваш город беда обошла стороной. Держи. М? У вас новенький? Да. Его привели две девушки. 10 дней назад. В нем сидел добрый десяток пуль. Если честно, то мы сомневались, что он выживет. Светлые волосы. Эй, поехали! С чего это вдруг? Давай скорее! Куда ты так торопишься? Это был Вэш Ураган! Что? Я его узнал. Этот парень с белыми волосами. Гуманоидный тайфун! Да, в первую ночь маленький камушек откуда-то упал в этот мир. Да, да. На вторую ночь дети камушка танцевали вальс, взявши за руки. Хорошая песня. Да. Ты... А? Ты можешь остаться здесь навсегда. Было бы здорово. Я об этом мечтаю. Прости, я опоздала. Вчера поздно легла. Симпай! А? Симпай! Ему не жить! Я убью его! Вы нас здорово провели. Попровели? О чем вы? Хватит притворяться! Кто бы мог подумать, что вы привели к нам самого вашего урагана? Он не опасен! Мы хотим жить. Странное желание, верно? Если тихо и спокойно исчезнете, то мы гарантируем вам жизнь. Ха! Насчет него, правда, не знаю! Прекрати! На что вы намекаете? Где он? Господин Вэш! Ты испытал хоть малую толику той боли, от которой корчились те, кого ты убил? Почему ты не отвечаешь? Попробуй хоть как-то оправдаться! Послушай, а может это вовсе и не он? Да. Вэш смельчак, а этот трус. Я... Я... Тот самый Вэш Ураган.
Вы правы. Я законченный убийца. Бесстыжий мерзавец! Это месть за всех тех, кто спокойно жил в этом городе! Улыбнись! Я дам умереть тебе красиво! Улыбайся, я сказал! Улыбайся, мерзавец! Перестаньте! Пожалуйста! Он сражался со злом, чтобы защитить всех вас! Поверьте мне, это недоразумение! Что за чушь? Сенпай! Обычный человек не способен на такое! Это он виноват во всех наших бедах! Нет! Тогда почему? Почему Стефан умер такой страшной смертью? Отвечай! Отвечай! Я долго наблюдала за ним и знаю, что говорю. Он всегда оказывается в самом центре сражений. Но он еще ни одному человеку не причинил никакого вреда. Хватит болтать! Наш святой долг – пристрелить это чудовище! Он отнял у нас наших друзей и соседей! Мы имеем полное право ненавидеть его! Никто не имеет права отнимать жизнь у других людей. Никто не смеет распоряжаться чужими судьбами. Помните, каждого человека ждет его будущее. Рема. Ведь так? Не подходи! Я сказал, не подходи! Остановись. Хватит, довольно враждовать. Почему? Зачем ты это делаешь? Если кто-то не пресечет бесконечную череду ненависти и скорби, мы не сможем двигаться дальше. Мы родились не для того, чтобы отнимать друг у друга жизни. Нет, вы точно ненормальные. Да? Кто бы говорил? Господин Вэш, вы все время ведете себя именно так. А еще, я уверена, он бы тоже так поступил. Это правда. А? Наверняка! Постой! Что ты делаешь? Все люди думают по-разному. Если ты совершил ошибку, а потом осознал ее, значит, ты сможешь ее исправить. А когда обернешься, увидишь будущее. Это надо понять самому. Рема. Долго ты еще будешь так стоять? Я так растроган! А ну, пусти! Пусти, кому говорю! Я же раненый! Красные цветы, которые так любила Рема. Герань. На языке цветов это означает решимость.
Я сделал их для нас обоих. Это твой. Ты уходишь? Да. Со мной уже все хорошо. Возвращайся скорее. Ага. Спасибо. Господин Вэш! А? Что это? Возьмите с собой. Господин Вульфуд тоже этого хотел. Ты уверена? Да. О, довольно тяжелый. Конечно. Ведь он наполнен любовью и милосердием. Счастливо оставаться. Я не успела. Не решилась ему сказать. Скажите, когда он вернется. От всего сердца. Вэш, позаботься о Нейвсе. Наконец-то я понял. Понял, что она хотела сказать в самом конце. Я больше никогда не ошибусь. Люди должны выжить. Найвс. Я должен. Я его. Мы родились в этот день 130 лет назад. Счастливые мирные дни. С нами всегда была Рема, я помню ее с рождения. Но непонимание навсегда изменило нашу жизнь. Я ни о чем не жалею. Я даю зарок. Не убивать людей. Не предавать их. Я стану счастливым. И никогда не откажусь от своей мечты. Ведь билет в будущее всегда пустой.